Хе-хе, ребят, привет! Сегодня у нас самая настоящая концертная атмосфера, и я хочу поделиться тем, как мы используем мониторинговую линию для позвучки барабанов и, в общем, как, по крайней мере, я это пользуюсь. Этим группа Incognito в эфире сегодня, Aurora Concert Hall, а здесь у меня вот с правой стороны располагается мини-микшер, вот такой вот, фирмы Behringer. Здесь есть, значит, две ручки. Первая, значит, volume, вторая — баланс. Два канала, один идет, значит, в один канал идет клик, во второй канал заходит общая пачка всей ударной установки и все, что я пожелаю, допустим, ну, там, гитара, голос обязательно, бас-гитара. Если это идет персонально, да, то есть все инструменты. То есть общая пачка уже сбалансированная звукорежиссером. Дальше, значит, второй момент. Это у нас баланс, мы можем регулировать либо клик громче, либо, наоборот, всю пачку громче, в зависимости от каких-то там уже своих пожеланий. Это еще не все, это персональный мониторинг. Здесь по бокам стоят два монитора, внешние мониторы, они как прострелы работают. Соответственно, здесь у меня объемная картинка. Я добавляю весь жир, всю мощь, то есть так, чтобы ощущать эту кухню, не просто вот, как бы, ну, нюансы какие-то там, слушать, как струнки звучат, хай-хетик там, тик-тик-тик. А здесь у нас прям все мясо, весь бас. И все в сумме, оно как бы вот, ну, в общем, вы чувствуете инструмент очень люто, очень дико и кайфово играть. Просто играете, вы чувствуете нюансы малого барабана, нюансы соприкосновения щелчка палочки, а хай-хет. А также, когда вы топите бас-барабан, просто 9 атмосфер, 9 киловатт звука только одного жирного бас-барабана. Йо-йо-йо, йо бэби бэби йо. В общем, короче, хорошего настроения всем. С вами был Александр Филиппов, барабанщик группы Incognito. Сегодня мы жарим в Aurora Concert Hall. Вот так вот мы подзвучиваем барабаны. Чуваки, пользуйтесь. Толик, спасибо за видео. Е! Yeah.
главный директор зала ожидания на наш концерт. Спасибо.